Так, 27 августа 2021 год, Харьков, горбатая луна. 23:43 по Киеву в Харькове, это у нас третий дубль ISO-800. Первый дубль был ISO-125, второй дубль был ISO-400, этот 800. Я, конечно, сильно извиняюсь, что загружаю абсолютно бесполезной информацией видеозапись, но это я для себя. Вот так очень хорошо. Линия вечернего терминатора. Выдержка 1 к 200 м или к 200. Один на 200, в общем, так, давай, наверное, я даже уменьшу, тут ее явно перебор. Тут можно увеличить 1 на 160. Вот, блин, ёлки-моталки. Ну я смотрю на это все фотоаппаратом. Вы можете себе представить? Не телескоп Хаббл я себе приобрел, а это обычный фотоаппарат. Ну не обычный, конечно. А я не видел, что у нас тут такая красота на линии терминатора, смотри. Какой шикарный ракурс, игра света и тени. Да, наверное, последним кадром все-таки я буду еще... Последним дублем буду еще снимать на ISO-125 луну отдельно. Уж больно хороша. Да что у меня там оно пикает, а? Ох ты красотень. Ладно, давай, мы же еще хотели. Ну, мы не знаю, как мы, но я точно. Поснимать Юпитер и Сатурн, тем паче они сейчас довольно близко от Земли. В августе было противостояние как Юпитера, так и Сатурна, то есть на ближайшем расстоянии от Земли они были по орбите в этом году. Давай сейчас стрельнем по Сатурну, он уже опускается ближе к горизонту, и с каждой минутой его будет видно все хуже, к сожалению. Августа было противостояние Сатурна, был 1 миллиард 300. Что ли, миллионов километров. А сейчас 1 миллиард 350 миллионов километров. В процентном соотношении не такая уж большая разница. Но все же, в общем-то,
Погодные условия, конечно, гораздо больше влияют. На видимость в течение августа Сатурна, чем физическое расстояние. Я так в прошлом году Марс был в 62 миллионах километрах от Земли, а сейчас он около 400 миллионов километров, между прочим, это ужасное расстояние. То есть в прошлом году я его видел, 62 миллиона, Марс, 62 миллиона километров, и не в самый пик противостояния, а в сентябре. Я его увидел с ледниками на полюсах, потому как была хорошая погода в сентябре, а в октябре, когда было противостояние, просто яркая блямба. Вот и весь был Марс. Матушка природа не побаловала погоды. Ну вот сегодня, ты видишь, я сегодня под дождем промок насквозь с утречка. С большим удовольствием соскучился уже по дождям. А вечером ложусь спать, а сын говорит, луну классно видно. Так что... Так, вот этот справа от Юпитера спутник, это два спутника, Ганимед и Ио. Неужели это выиграл Ганимед и Ио? Ну, чтоб меня, я вижу все-таки сдвоенность этих спутников. Сейчас он меньше выдержку. Один к 80. Сейчас еще буду уменьшать выдержку. Может, мы сразу и полосу увидим. Экваториальный. Ага. Полосы то может увидим, но спутники исчезли практически совсем, да? Ну, тут уж либо то, либо другое. В окуляр вижу экваториальные полосы. Теперь, я думаю, вы их видите, но спутники исчезли, да? Вот это повезло. Ладно, хорошо. Это дубль третий ISO 800. Сейчас будут запредельные уже настройки ISO. .3200. Это страшно. А потом 6400, но... Зато мы будем видеть мизансцену съемок. Все кругом тополя. Как высоко над уровнем горизонта луна. Все это будет заметно. Ой, ну какая линия терминатора шикарная вообще.
Ну, пускай так. Слушай, это кратер Платон, точно, посередине экрана. Надо же, как мы на него вышли. Хорошо, 23.54 по Киеву в Харькове.